Вести Ульяновск на телеканале «Россия». В студии Владислав Битковский. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Ульяновск-Москва, Москва-Ульяновск. С 15 апреля ульяновцы будут ездить в столицу на двухэтажном поезде. О ценах и комфорте Игорь Кранцев. Указ подписан, но оформить выплаты на детей можно будет только с 1 мая. Кому положены пособия и как их будут начислять, расскажет Ирина Силкина. Лимузин местного производства выпущен в единственном экземпляре и пополнил теперь музей автомобильного завода. Привыкаем и терпим. Заторы на Минаевском мосту не навсегда. Ограничение движения одной полосой в сторону Засвияжья необходимо для быстрого выполнения ремонтных работ. Они, кстати, идут по графику. Подрядчики на стадии выставления бетонных блоков, они будут удерживать временные трамвайные пути, их монтаж уже начался. Планируется проводить эти работы по ночам, чтобы помогала спецтехника. Дорога в сторону Пушкаревского кольца будет полностью перекрываться. Но в этом случае у нас есть движение. В ночное время трамваи у нас ходить не будут. И полоса, которая у нас выделена для маршрутных такси, будет организована для движения автотранспорта, который тоже в ночное время маловато. После монтажа трамвайного пути блоки сдвинут, прижмут ими шпалы. В конечном итоге откроются две полосы движения автотранспорта. Взамен трудности появятся на рельсах. Трамваи пустят в реверсивном режиме. Все это произойдет не раньше 1 мая. Администрация города настоятельно рекомендует на время ремонтных работ в часы пик выбирать объездные пути, например, улицу Локомотивную, Карла Маркса или пригородную через поселок Дачный. Напомню, по плану старая часть моста, по которой движется общественный транспорт, будет полностью заменена в этом году. Мест больше, цена билета ниже. Сегодня ульяновским журналистам продемонстрировали обновленный состав фирменного поезда, который свяжет наш областной центр со столицей России. Теперь он будет состоять из двухэтажных вагонов, оснащенных, как говорят сами железнодорожники, по последнему слову техники. Так ли это, расскажет наш корреспондент Игорь Кранцев. Даже когда этот поезд только подходит к перрону вокзала Ульяновск-Центральный, он заметно отличается от других составов. Вагоны выше привычных, а два ряда окон сразу бросаются в глаза. Новшество и внутри. Начальник поезда Анна Нурмухамедова отмечает: технический прогресс налицо. Здесь имеется система камер видеонаблюдения. Вот. Проводник вагона может уже управлять от айфона, устанавливать температуру, он может находиться в другом вагоне и контролировать, что находится у него в своем вагоне. Изменения заметят не только проводники, но и пассажиры. Обещают интернет, специальное мультимедийное приложение «Попутчик» с полезной информацией, а также магнитные карты, при помощи которых открываются двери в купе. Даже мусор пассажирам предлагают собирать по-современному, раздельно. Здесь мы собираем стекло, здесь собираем бумагу, пластик, металл. И что особо важно, то есть после этих контейнеров они не перегружаются в один, а то есть также раздельно поступают в соответствующую организацию и перерабатываются для дальнейшего использования. Попасть на второй этаж можно по лестницам в начале и конце вагонов. Кстати, их в фирменном поезде 14, не считая вагона ресторана. Все пассажирские вагоны – купейные. На первом этаже привычная нумерация от единицы, на втором – от 81 и за пределы сотни. В чем особенность такой нумерации? Пожалуй, это единственный вопрос, на который любезные железнодорожники затруднились ответить. Купе в вагоне на втором этаже. Места 81, 82, 83 и 84. Здесь практически все, кроме нумерации, как в привычном одноэтажном вагоне. Разве что высота потолков поменьше. В каждом вагоне 64 места. В одноэтажных купейных было 36. Каждое купе с кондиционером, индивидуальными розетками и прочими удобными мелочами. Вагоны российского производства. Разъемы для наушников, светодиодные вот эти лампы, как я вам говорила. В каждом, для каждого пассажира есть розетки, которым может воспользоваться. Вот этим отличается. Но отличается, конечно, вместимостью, что на 40% больше, чем
в одноэтажном поезде. Ну и, конечно, стоимостью билета, что цена билета будет на данный момент ниже, чем в одноэтажном поезде за счет своей вместимости. Первый рейс обновленного фирменного в столицу России 15 апреля. Таким образом, Ульяновск входит в число городов, которых со столицей свяжут двухэтажные составы. Например, из Самары на двухэтажном поезде можно уехать с 2015 года, а жители Пензы путешествуют в таких вагонах с 2019, оренбуржцы – с прошлого года. Железнодорожники обещают, несмотря на вместимость, проверить билеты успеют у всех. Мы с пассажирами сражаться не будем, мы их будем как раньше любили, так и будем любить. Значит, на сегодняшний день у нас уже, вы знаете, что развита посадка по паспорту, то есть все пассажиры, весь состав оборудован унифицированным контролем по электронной посадке и проверке проездных документов. При посадке все пассажиры учтены, все пассажиры у нас, как говорится, мы за каждым на контроле следим. И, безусловно, никто нигде не потеряется, и все доедут до места назначения согласно купленных билетов. Игорь Кранцев, Александр Рассохин, Вести Ульяновск. Телевизоры, холодильники, стиральные машины – всего 40 тонн в сутки домашней техники перерабатывает ульяновская компания. Сегодня предприятие открывает новое производство. Вторую жизнь дадут жестким пластиковым отходам. Мы несколько лет искали технологии в обработке, потому что пластики сложные. Их очень сложно разделить друг от друга. Их нужно правильно уметь переработать и сделать достаточно качественный товар, чтобы заказчики в нас поверили. Они нас верят. Компания уже подготовила склад для приема техники. Там также отсортируют телевизоры, холодильники, стиральные машины и пылесосы. Есть планы расширить производственные возможности и за счет переработки пластиковых бутылок и макулатуры. Обязательно администрация города Ульяновска и структурные подразделения рассмотрят возможность по сдаче также всей оргтехники на данную специализированную организацию, которая выполняет данный вид деятельности. Электронную и бытовую технику центр принимает не только от жителей или организаций региона, но также и из соседних городов. Проверьте свое здоровье. Минздрав напоминает, углубленную диспансеризацию могут пройти и те граждане, у которых не подтвержден перенесенный ковид. По словам специалистов, обследование необходимо пройти через 2 месяца после коронавирусной инфекции. За этот промежуток времени развиваются основные осложнения, которые необходимо вовремя заподозрить и начать лечение. Многие переживают о том, что у них не было подтвержденного диагноза ковида, у них не было положительного мазка, но они считают, что все-таки они перенесли эту инфекцию, и как же им быть в такой ситуации? Они переживают за свое здоровье. Вдруг у них имеются отдаленные последствия ковида, которые надо было бы своевременно выявить. Поэтому, согласно приказу Минздрава Российской Федерации 27 апреля 2021 года, разрешено проводить углубленную диспансеризацию по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют данные о перенесенном коронавирусе. Пенсионерка Лидия Лукьянова в прошлом году перенесла операцию по протезированию коленного сустава. Подозревает, что недавно переболела ковидом и теперь озабочена состоянием своего здоровья. Узнав о возможности пройти обследование бесплатно, сразу обратилась в поликлинику. Без проблем. Пришла, заявление написала, у меня же была операция. Надо все пройти, углубленную диспансеризацию. Спасибо, что хоть поликлиника эту возможность нам предоставила. Для того, чтобы пройти углубленную диспансеризацию, достаточно прийти в поликлинику по месту жительства и обратиться в регистратуру, либо сразу в отделение профилактики для дальнейшего оформления на диспансеризацию. Новые выплаты гарантированы, но торопиться оформлять не нужно. Напомню, 31 марта президент подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 17 лет семьям с невысокими доходами. В пенсионном фонде уточняют, оформить их будет можно только с 1 мая, а за апрель выплаты включат автоматически. Подробности в материале Ирины Силкиной. Музыкальная семья Лыховых воспитывает 5 детей. Родители имеют непосредственное отношение к музыке. Папа работает в Центре детского творчества номер 6, педагогом дополнительного образования. А мама, хоть и в декрете, но по профессии педагог по вокалу. Свою любовь к музыке они сумели привить и детям. Когда они занимаются музыкой, это им помогает в развитии, потому что формируется их координация движений, например,
как скоординировать правую и левую руку, которые делают совершенно разные вещи. Они начинают мыслить креативно, они стараются находить там в интернете какие-то материалы. Самостоятельность они обретают. Вот, они начинают находить нужную информацию. Занятия на фортепиано, гитаре, а также гимнастика, кикбоксинг и дополнительные уроки английского – все так или иначе требует финансовых вложений. И в небольших семьях каждая копейка на счету, а в многодетной тем более. Неудивительно, что Лыховы стараются пользоваться всеми положенными льготами. И новые выплаты, анонсированные президентом, – это дополнительные возможности. Деньги это для нас не маленькие, и, естественно, и на музыкальную школу на оплату, и на английский там язык, и на все вот эти вот книжки, пособия. В логопеду ходить, возможно, будем с маленькими детьми, вот что пока мы не делаем, потому что не хватает средств. А теперь мы можем расширить свои возможности за счет этой льготы. Однако в пенсионном фонде советуют не торопиться. Фактически оформить выплаты можно будет только с 1 мая. Но там же и успокаивают. Пособие за апрель зачислится автоматически. То есть ничего делать не нужно, пока нужно подождать. Ждем 1 мая, открываем портал госуслуг, заполняем заявление. И если все получится, если семья пройдет на выплату, то ее, конечно, назначат и с апреля, и за мая. Напомним, выплаты назначаются семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. В Ульяновской области это 11 262 рубля. То есть можно посчитать, прикинуть, что для семьи из 4 человек – сумма дохода, которая позволит получить выплату, не должна превышать 45 тысяч рублей. Помимо доходов также будет учитываться имущество семьи и применяться правило нулевого дохода. При этом размер выплаты составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка. Ирина Силкина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Музей УАЗ пополнился эксклюзивным экспонатом – внедорожником-лимузином. Эту 5-метровую машину создали почти 15 лет назад в управлении главного конструктора. Длинный «Патриот» долго совершенствовали внешне, оснащали передовыми электронными и климатическими системами. Но главная суть проекта – в комфорте пассажиров, просторный салон и мягкие сиденья добавляют русскому джипу элемент люкса. Единовременно в машине может находиться до 7 человек, но на конвейер лимузин-вездеход так и не вышел, остался в одном экземпляре. Изначально не ставилось целью массовое производство данных моделей осуществлять, потому что спрос вообще на внутреннем рынке на такие машины он единичный. Вот. Скорее здесь просто наши конструкторы продемонстрировали возможность завода и, собственно, универсальность платформы УАЗ «Патриот», что можно на базе «Патриота» – это не только внедорожники, не только на этой базе там легкие коммерческие грузовики, но в том числе можно делать и лимузины. Шедевр конструкторов и инженеров стал 32-м автомобилем музея УАЗа. Посмотреть на машину, да и в целом познакомиться с историей предприятия может любой желающий. Только запись на экскурсию делается заранее из-за особого пропускного режима завода. Вся информация на сайте live.uaz.ru. Ульяновская школьная баскетбольная лига «КС Баскет» собирается на окружные соревнования. Они стартуют уже завтра. Состав сформирован из лучших региональных команд, которые заняли призовые места на областном этапе. Состав нашей команды – две ученицы из нашего лицея, из нашей команды, и две ученицы из Инзинской спортивной школы. 4 человека. Составом девочек и юношей также мы тренируемся, готовимся пока, так скажем, отдельно в каждой своих школах. Тренировки проходили 3 раза в неделю. Девушки уверены, что покажут хороший результат. Думаю, у нас есть все шансы, потому что мы очень хорошо готовимся и настроены на победу. На турнире Приволжского федерального округа встретятся 14 команд и сыграют в одно кольцо в формате 3-3. На сегодня это вся информация. О том, как будут развиваться события в регионе, расскажут «Вести Ульяновск» на телеканале «Россия-1» уже завтра. Сегодня же я благодарю вас за внимание. Приятного вам вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление ночью будет падать, днем расти. Ожидается ночью облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от минус 3 до 2 градусов тепла. В Ульяновске от 0 до минус 2. Завтра днем по области от 7 до 12 градусов выше 0. В Ульяновске плюс 7, плюс 9. Ночью на отдельных участках дорог гололедится.